Привет! Рад приветствовать тебя в этом видео. Меня зовут Илья Пономаренко и мой сайт ilyapanomarenko.com. Я решил создать серию бесплатных видео о том, как можно зарабатывать деньги в Германии через интернет, а также как можно создать себе пассивный доход в Германии через интернет. 100% легально и серьезно. Кстати, перед тем, как я перейду к теме этого видео, пожалуйста, подпишись на мой YouTube-канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с тобой вот о чем. Куда инвестировать 50 штук евро? Я являюсь участником группы «Бизнес в Германии», и там был один такой интересный вопрос. Недавно женщина, у нее был небольшой такой капитал, 50 тысяч евро, и она пыталась узнать у людей, куда их можно вложить, точнее, в какой бизнес их вложить, какой бизнес лучше открыть на эти деньги, чтобы, скажем так, не профукать эти деньги, а чтобы они приумножились. И там налетела, конечно, куча советов. Советы такие иногда такие смешные были прямо, что вот я даже не знаю, смеяться или плакать. Я просто поражаюсь, простите меня, Господи, за тупость людей некоторых, но да ладно. Много сапожников без сапог, как говорится, да, набежало. Лучше подари деньги там. В общем, много бреда было. Было, правда, пару интересных советов. Но я так задумался, окей, все советы дельные склонялись к одной вещи. И женщина это, по-моему, сама даже хотела вот что-то в этом направлении делать. Нужно найти помещение, снять помещение и сделать там что-то вроде, как это, что-то связанное с едой, да, какой-нибудь там кафе или фастфуд, или вот что-то вот в этом направлении, гастрономия, во, вспомнил слово, гастрономия. И вот это вот такое рамочное, стандартное мышление людей, которые, к сожалению, не знают новых возможностей, которые открывает интернет в наше время. Я хочу немножко это дело поменять в Германии своими видео, своими постами. Может быть, когда-то мне это удастся. Чтобы до людей наконец дошло, что даже в Германию, до которой доходит все как до жирафа, потихонечку начинает приходить дигитализирунг. И все фирмы, предприятия, бизнесы, которые до сих пор существовали только офлайн, потихонечку начинает уже карабкаться и перебираться в интернет. Да, такие динозавры, представьте себе, в Германии есть, их очень много, которые еще даже, которых даже ни сайты, даже, не знаю, ни профиля в соцсетях нету, ничего. Так вот, что бы я посоветовал этой женщине, куда бы вложить эти 50 тысяч евро выгодно, с наименьшими рисками и при всем при этом, чтобы они себя умножали. Я бы сделал, наверное, так. 30 тысяч я бы вложил в ETFs. На долгосрочную, то есть я бы не стал их покупать и продавать, я бы их вложил в долгосрочной перспективе, просто 30 тысяч в ETFs и оставил бы их размножаться там самим. Если все это дело правильно сделать, то где-то можно рассчитывать от 5 до 8% годовых в Германии уже без налогов, то есть чистой прибыли. 10 тысяч я бы вложил в P2P кредиты на двух, лучше на двух разных платформах, по 5 тысяч на каждую платформу. Это рискованная инвестиция, но она себя оправдывает. Я, например, использую P2P-платформу Mintos, где я инвестирую деньги, и этот аккаунт, этот способ я использую вместо Tagesgeldkonto. Все знают на сегодняшний день в Германии, что это просто стыд и срам, те conditions, те проценты, которые предлагает банк. В лучшем случае, если они вообще что-то предлагают. Даже 1%, насколько я знаю, сейчас нигде не найти, в принципе, даже
Да. Ни один банк даже, по-моему, сейчас в Германии даже 1% не предлагает. Инвестируя в P2P кредиты, опять-таки, если все сделать с умом и правильно, можно достичь до 11, 12, 15% годовых на свой вклад. И чтобы диверсифицировать, выговорил наконец. В общем, чтобы сузить риски этого инвестирования, я бы это сделал как минимум на двух разных платформах, потому что если вдруг с одной что-то случится, на второй деньги останутся. И я бы также их оставил там размножаться сами по себе, то есть вклад. Итак, 5, 10 тысяч по 5 тысяч на две разные платформы P2P кредитов в среднем от 10 до 13% годовых прибыли. Что делает само по себе? То есть один раз инвестировал и забыл. Проверяешь раз в месяц, заходишь, смотришь, что-то опасное, не опасное, хорошо, хорошо. И все, вся работа. Итак, 40 тысяч мы уже инвестировали. А вот сейчас начинается самое прикольное. На 10 тысяч я бы открыл книжный бизнес на Амазоне в Германии. Что это значит? Я бы на 10 тысяч нанял бы как минимум 5 гоустрайтеров, которые бы мне в месяц выпускали в общей сложности по 5 книг. 5 книг, авторами которыми бы я являлся. То есть я бы делегировал им написание книги по моим данным, то есть по моему техническому заданию. Они бы писали книги для меня. Потом я эти книги заливал бы правильным делом на Amazon в электронном формате и в физическом формате, в печатном формате. Кстати, для тех, кто не знал, не надо искать никаких посредников, не надо заказывать книги наперед, тратить на это деньги. Все это сегодня делает Amazon за вас. То есть написали книгу, форматировали скрипт, залили его на Amazon. И дальше Amazon в электронном формате, это Kindle формат, он при покупке, естественно, сам лифровывает эту книжку покупателю. И также, если вы залили этот же самый скрипт, немножко по-другому отформатированный, для печатной книги Taschenbuch, Amazon также сам распечатывает книгу и сам отправляет ее клиенту-покупателю. Вы слизываете только вашу маржу. Все, вам не надо больше ни о чем беспокоиться или заботиться. Так вот, я бы нанял 5 текстеров, которые бы мне в месяц писали по 5 книг. И на эти 10 тысяч я бы в общей сложности, наверное, выпустил бы где-то около 30, от 30 до 40 до 50 книг. В зависимости от толщины книги, от темы, там. Ну, в среднем получилось бы, наверное, где-то 30-40 книг. Эти 30-40 книг, внимание, начнут приносить вам пассивный доход от 5 до 25 тысяч в месяц. В месяц. Таким образом, инвестировав 50 тысяч евро с умом, не надо искать никакого помещения, не надо париться насчет лицензий, не надо париться насчет поставщиков, вот этой всей ерунды, которая есть вот в офлайн-бизнесе. И вот как люди, да, до сих пор так рамочно мыслят, если это бизнес, то это обязательно какая-нибудь там закусочная, какие-то кэтеринг, или же какой-то там автобизнес, или что-то другое. Да, если интересно, в кайф, ради бога, я не как бы каждому свое. Но если задача стоит правильно инвестировать трудом и потом нажитый капитал, инвестировать это с наименьшими рисками и открыть на это прибыльный бизнес, я бы поступил именно так. И что у нас в итоге получается? 30 тысяч у нас инвестировано в ETFs, которые сами по себе размножаются и приносят нам в год от 5 до 8% годовых.
Прикольно, классно. Инфляцию мы побили. Инфляция в Германии составляет, по-моему, от 2 до 2,5% в год. Инфляцию мы побили, денежку мы спасли и даже немножко получили в плюс сверху. Далее, 10 тысяч мы инвестировали в P2P кредиты по 5 тысяч на разных платформах. Каждая инвестиция приносит нам в год от 10 до 12-15% годовых. Денежку мы спасли. Инфляцию мы побороли, и мы в плюсе. И самое прикольное, 10 тысяч мы инвестировали в создание книжного бизнеса в Германии через Amazon. Причем все мы делаем сами, нам не нужна команда, нам не нужны какие-то посредники. Сделали один раз, залили книги, супер, идет само по себе на автопилоте. Причем все это дело можно даже делать, работая на работе. То есть это можно делать наймбай. В итоге что у нас? Из 10 тысяч инвестиций в книжный бизнес на Amazon в Германии мы получили ежемесячную прибыль от 5 до 25 тысяч евро в месяц на автопилоте. По-моему, круто. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным, тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет.
Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!